$1 миллион. Такая сумма потребовалась на реконструкцию школы и детского сада в селе Чинуша Флорежского района. Эти средства удалось собрать благодаря Фонду социальных инвестиций Республики Молдова, районному консилиуму и спонсорам. Деньги были вложены в создание условий для интеллектуального и физического воспитания юного поколения. Здесь новая мебель, сантехника, пособие для обучения малышей и, конечно же, детская площадка. Впервые школа, которая была построена в 1930 году, со всеми окружающими ее построениями, стройками была отреставрирована. Одновременно отремонтировали здание школы и детского сада. Радостную новость об открытии детского сада малыши и их родители ждали 4 года. Это событие навсегда останется в истории села. Ești oși, ești acasă, numai în țara ta. Dragă floare florilor, ca lumina ochilor. Am o casă printre ramuri, țărișoara mea. Много светлых и добрых пожеланий прозвучало в этот день, потому что малыши обрели свой второй, такой красивый и благоустроенный дом. Родители и гости праздника верят, что в новых условиях детям будет комфортно жить и развиваться. В будущем будет воспитано поколение молодых и красивых детей, так как они получат должное внимание и достойное воспитание. Мы очень благодарны и рады сегодняшнему дню, так как дождались внукам нового детского сада. Не обошлось торжество без освящения святой водой, а подаренная икона будет оберегать всех воспитанников. С сегодняшнего дня в детском саду открыты двери для всех малышей села.